Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Хоккей Бразер! Ребят, всем привет! Мы приехали в Тулу и бросили вызов команде из МХЛ Академии Михайлова. Пацаны уже готовы, мы размялись, все челленджи прежние. Посмотрим, кто из нас победит. Поехали! Вот мы в городе Героя Туле. Приехали сюда не просто отбыть номер, а чтобы показать, что мы тоже что-то помним, что-то умеем. Посмотрим, удастся нам или нет. Мы начинаем! Погнали! В прошлый раз нас увидели. Да. Кто не видел, может посмотреть. Мы вообще унижение получили, потому что я не было. А, ну точно. Все меня выдвинули первым бросать, потому что что? Никто не посмотрел, какие у вторя слабые места. Макгрегор начал забивать, мы это его взяли. Добрыня. Добрыня. Да. У него сейчас голевая серия вроде составляет 6 матчей, по-моему, уже подряд. Мистер Захар. Тигр. Ну что, есть волнение какое-то? Да нет. Пацаны, кто у вас? Кто у вас первый? Никитка. Никитка? Как у него с бросочком? Отлично. Хорош, Славик! Я пришел забивать голы. Воу! Какая красота! Там! Осторожнее, осторожнее, паутинку какова снял. Какова красота! Я не успел даже среагировать. Дешанс, кого? Для вратаря. Так, кто у нас сейчас? Сава, все. Джонни! А я сказал без шансов для вратаря, да? Так и было. Глаза дал? Да, конечно. Глаза закрыл или нет? Нет. Молодец. Куда я уверен был? Ну что, ребятушки, приехали в Тулу. У меня почти родной город. Надо не проиграть. Опа! Несерсиво! Как она там засосалась-то? Ой, это брат моего хорошего друга. Балдай! Блять, забил. Здорово. Овертайм. Ребят, после первой точки 2-2 никто не ожидал. Мы сразу же переходим ко второй. Отдаем пас на лицевую, получаем обратно. И что хотим, то и делаем. Спасибо. Спасибо, поехали. Что, 2-2 уже? Вот вопрос. Ребят, мы 2-0 только что ввели. Они же сравняли, что делать-то нам? Ребята-то неплохие, оказывается. Они бросать умеют. Когда вы начали, все подумали, что пацаны-то ни о чем, да? А они начали забивать. Так. Почему? У вас вар в порядке? Не силен, но играли. А что ты путал-то? Верхний 9, хотел, он блиночка цепляет. Что, ничего, погнали. Есть у него в загашничке, думаешь? Не забьет. Не забьет? Нет. А что, он щелкнуть хочет? Ой-ой-ой! А Джонни быстро мораль теряет, но надо его поддержать, пацаны. Я один забил, попланирую второй дать. Что получается, мы уже 2-3 горим. Уже 2-3 горим, а вы... Вели 2-2. Я сегодня в огне! Мне нравится, что крутик вспомнил, что он в полном порядке. Да. Это наши его звездные года, это МХЛ. Вратаря, по-моему, не было на воротах. Нет, это уже вопрос. Уже волнение есть. Ваня! Это читалось. Ты всегда можешь валить, и передача говно было. Мешает. Крутик пряник. Я хочу вам сказать, ребята, есть одна задумочка, мы с Денисом согласовали, сейчас попробуем. Молодежь, смотрите, молодежь. Охуели, тульские, охуели, блин. Годится. Это было резко. Почему горим? А он забил? Он не забил? Он забил только что в очко. Забил, балдай? В очко. Ребят, после второй точки мы горим 4-3, переходим а на самый... Радуешь, я просто веселый, я же нейтралитет. Я ведущий этого шоу. Мы переходим на мишени. Один человек бросает. Одно попадание, одно очко. Поехали. Крутика, я верю, у него сегодня в огне он. Он в огне последние уже 2 недели, мне кажется. Сейчас покажу младым, кто тут папа. Так, вы сейчас не с гостем. Старый, ну ты чё? Не торопись, братишка. Ой, ёб твою мать. Блять, выбрали. Одна. Сравнял. Это Слава, это не мой уровень. Ты пробовал хоть раз такое? Или только нет, по телеку смотришь? Нет, первый раз только по телеку смотришь. Парный ворот. Ну ладно, 4-4, старый. Надеюсь, что он ни одно не попадет, но, видимо, как он кладет под блин, ваш 15, у него все в порядке. Ой-ой-ой.
Сходит, сходит. Ой-ой-ой. Ладно, хотя бы на одну больше. Что-то у нас мишени удались, но счет 4-6 мы горим, переходим к булитам. Поехали. Еще бросочки есть и булиты. Надеюсь, мы догоним этих молодых негодяев. И снова моя короночка. Сделаю все как обычно по красоте. Может быть, даже забью. Ага, блядь, ты чувач в области? Я говорю, он хорошо реально плюшка играет. Блядь! Скорость потерял. Да, скорость потерял. Да. Зачем? Нет, зачем он начал менять типа решение? Блин, ну тут все сложно. Он сразу все перекрыл, а я хотел бросить в очочко, но как обычно мастерство нет. Да. Ты что задумал? Скажи, что будешь бить? Что делать? Сейчас увидите. Еще не решил? В очко закинул. Просто молчко. Красава, Джонни! Бля, он уже его посадил. Балдай, ты его посадил уже? Ноком. Если честно, я еще не придумал, что буду делать, поэтому постат решил. Ой, отец, поехал. Филигранность. Куда ты уехал? Очень плохо, очень плохо. Я думал, он поведется. Классические буллеты бить неинтересно. Ванечка, родненький! Что это было? Бодро. Слушай, хорошо сделал вообще. Прям здорово. Но мне кажется, Ванька не доиграл. Как ты? Что ты скажешь? Не, доиграл. Просто он поднял туда. Ванька и ногу загибал. Ну, все нормально. Пацаны, три горим. Ой-ой-ой. Я просто ее не поднял, она у меня чуть-чуть слетела с крюка. Ёлки зеленые. Помнишь, как ты делал вчера булит на одну руку? На одну? Да. Он улетает. Они пытаются издеваться над ним, по-моему. Да. Послушал Вару, блин. Чё ты его подсплавил, просто кореша своего. Это он просто исполнять не умеет, вы посмотрите на него. Там спокойно забиваем. Чисто Ваню засрал. Ребят, последняя точка, мы горим 3 шайбы, поехали. Нас потихонечку уничтожают, но есть все-таки еще шанс выйти в ноль с ребятами, поэтому сейчас надо обязательно забивать, я очень постараюсь. Блядь, он попал по воротам, даже не попал. Блядь, как оно не заходит туда, блин, уже нет просто сил у меня. Ваше сегодняшнее смертельное оружие для Hockey Brothers. Крип. Ваня! Надо было просто чуть-чуть побольше побросать с ребятами, поиграть. Ну что, надо забивать, потому что мы горим в 3 шайбочки, ребята. Проигрывать молодым я не люблю. Бежонство. Нормально исполнял. Да, чуть-чуть там, чуть-чуть, да. Хорошо. Годится. Ванечка! Я еще сегодня ни одной не забил. Но меня это не расстраивает, честно сказать. Ну, Сева должен просто одну забить, гол престижен свой. Да, да! Че, а он опять у нас вратаря не было. Ну, блядь, он за тульскими пряниками поехал. Ваня! Бросал хорошо. Ванька, молодец! Это Hockey Brothers! Мы вновь потерпели поражение, но ничего страшного. Главное, пацаны повеселились, мы тоже повеселились. Но мы показали себя с хорошей стороны, уровень наш повышается. Мы бросим еще вызовы командам НХЛ. Напишите в комментариях, кому, с кем нам связаться, или с вами команда будет связаться. Ну, вам понравилось? Да. Спасибо. А что так тихо-то? Огромче, да можешь сказать? Обязательно подпишитесь на канал, поддержите нас. Мы вас очень любим. Вообще большое спасибо, что вы у нас есть. Давайте оставим 1000 лайков под этим видео. 2000? Давайте 2000. Лайкайте просто. И еще 1000 стулы. Ну а с вами были Hockey Brothers. Погнали. Домой.